Всем привет, дорогие друзья, на канале Альфа. И сегодня, ребята, хочу поиграть в игру под названием Warmax IO. Сегодня, ребята, короче, будем брать первое место, постараемся взять. 100 тысяч постараемся сделать. Я надеюсь, там челики... А там миллион для вашего первого места. Твою мать. Капец. Там 100 тысяч, это даже не десятка. Really? Да, треба 150, чтобы десятый взять. Капец. Ну, короче, ребят, постараемся хотя бы 100 тысяч взять, реально, потому что, ну, миллион это капец же. Чего? Если что, ну, то... Я сегодня 100к брал уже. Да, там, короче, скрины есть. Короче, ребят, вы увидите скрины, которые я брал и которые он брал. Сколько? Представь, подожди, сделай скрины, что я... Ну, ты понял, что я утром грал. Да ладно! Да ладно, Боня, я так и не сделал. Представляешь, так не сделаю. Я шучу, сделаю. Я так и рассказал, что сделаю. Короче, ребят, у нас 861 эссенция, то есть 861 ДНК, можно так считать. Будем покупать мы скин. Увеличение, гирю купляй. Я хочу... Моя все в гирю. Я хочу скин, я хочу скин взять серый. Навыки. А я купил себе скин, він теперь с двома полосами шипів. Это шедевр! За сотку. Найс. Да? Нет. Красавчик будет. Да. Да я ж пошутил. Все, я купил гирю. Короче, ребят, у нас теперь 361 эссенция за 500 и купил будем. Так что, ребят, с вас лайки, комментарии, подписки, также колокольчик, также подписывайтесь на его канал, ссылочка в описании на канал. Подождите, я же не сказал, с кем я снимаю видео. Да. Короче, ребят, записывая ролик с бобренком, поздоровайся. Всем привет. Да, ребят, будем сегодня опять с ним угорать и будем, короче, топово играть. Сегодня я буду адекватным. Посмотрим, Боя. Посмотрим, Боя. Так, все, бобр игра, а ну. Боя. Да ну гигант, бис, он все засосал. Ты серьезно? Серьезно? На, серьезно. Ты не верил, не верил, нет. Там 157к, Боя. А не лям, ты дурак. Там 100к можно взять и будешь в 10 месте. Нет, там 157к. Ну уже 109к. Короче, Боя, они падают со временем, и ты, короче, мол, типа, можешь подняться. Так, ребят, короче, я извиняюсь, мне позвонили. Это просто так бесит, когда ты снимаешь, и тебе звонят. Это просто такой пипец. Что? О боже. Такой подвагивать немного. Ну, в этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже здесь наши полномочия все окончили. Ё-моё, бобр, это да ты? Не трогай меня! Чего? Я хочу тебя тронуть. Давай я тебя не трогаю, ты меня не трогаешь. Я не согласен. Чтоб был бы больше шанс взять топ-1. Ладно, хорошо, давай. Постараемся. Берем яд на всякий случай. Капец, опять убили. Ну ё-моё, Боя, все из-за тебя. О, все, бачишь, оця штучка, что я засосал. Ооо! Давай, я тебе даю. Я мог прозрачность включить и есть, но я тебе даю. Спасибо, Боя, конечно. Я дурак. Я сам себя загнал в ловушку. Ёкарный баран. Бля, сейчас пойду. Я знаю, что у меня как черешка. Боя, как ты мог сдохнуть? Мы должны взять первое место. А как я тогда в рифму сказал? Не знаю. Вон здесь первое место, понимаешь? Первое место нелегко взять, оу май. Или хотя бы зайти в топ-пятерку. Капец, как же тебе реклама нам достается? Что там делаешь? Это просто ужас. Снимаешь, да? Убили. Я иду до тебя. Ух ты. Ну, еще ё-моё, все гиганты ядовитые. В основном так. А тут бесплатный гигант. Я вообще сегодня заходил и не играл вообще. Первый раз. Я сегодня тренировался, так сказать. Ты красавчик будешь, конечно. Желтый. Красный, кушай. Да ну хватит интернет мне подводить. Лови аптечку. Ёдрён батон, ему повезло, капец. Да нет, он и я был. Я медсестричку убил. Хотя я сказал, что ты еще не знал, что убил. Теперь точно убил. Я страшный человек. Меня зажимают, если что. Это печально. Хорошо, чебурек. Ну да, это типа бонус, когда ты берешь новый, ну типа...
А як вона називається? Що ти питав у мене до відео то? Есенція вроді, я ж кажу. Ні, що ти в цифрах мене питав? Що, як вона, я не пам'ятаю, забув. Щось не пам'ятаю. А ліга чи як? А ліга, да. Це воно так, коли ти береш лігу, то це твій бонус. А почується мені бонус плюс 200, то що я тоді як був, ну, 4. Понятно буде. А в тебе теж вже багатенько. Да, дофігенько буде. А, бачу, ти... Що там? Страшновато, йой! Ну, йде страшно, бо я... Та-та-та, такі звуки їздаєш, твою мать! Ну, просто... Я потрапив... Це мої дійсні звуки, коли я... Щось страшно, бо я... Щось нерви шалять. Да. О, Ти мені до того, як ти мені позвонив, а ти живий? Нет. Да. Дай бог, живий. Мені кажется, надо уходить з центра мені. Мені кажется, нам обоим надо це сделать. О, я уже ядовитий, хорошо, це уже радує. Так, я кочі... Я теж ядовитий, но мені ще трошки осталось. Мені магніт... Я уже не ядовитий. Я уже не ядовитий. Та зая, ой, Бодя, мені якби магніт... О, я упав! Розового цю! Так це він не набрав, це він прозрачний! Да я знаю! Давай ходить! Да я знаю, давай! Скелет! Я питаю, що ходить, все. Пожалуй, може реально можна ще оцей сожрати? Може, може... Я по дорозі ще під'їдаю, недоїдка. Недоїдка. Я хочу, дай Бог... Твою мать, мені писали люди з про... Щоб я тут на зарядку поставив, да? Правда? А ти знімав все? Сняв, звісно, цей ор сняв. Давай челлендж будь адекватом. Ну тут тігрі тебе нерви просто будуть брати вверх і ти станеш повним неадекватним существом. Я вже голос собі вчора, сьогодні зутра мене голос не я свій взірвав. Понімаю, теж таке буває іноді, типа ти ореш, а потім по утрам. Мені коротше прошлом відео писав, мені жалко твої нерви по цій грі, коли я знімав. Капець, да? А мені не жалко, я ору як бешений. Та ти там ще... Ну, в тому відео я взагалі не орав. Да. У мене в голові там таке було просто. Там ще адекватний був, бо я. Я вбив. Кого? Тебе. Як ти мене мог убити? Та шучу. Якийсь док, це був не ти, такого самого розміру вбив оцього, звісно. Я давий, то мені до одного міста. Оу май. О, мені маленький врізався, обща їда. Надо цього скелета вбити, то він щось бісить мене вже. О май... Не год. О май, не год. Бай, це ти? Опять бісять, звісно, новички, які питаються мене вбити. Оці розові, бачиш? А ти вріш, новички? Надо цього скелета вбити, или оцього? Я цього зеленого, я зеленого вб'ю, да. Постарайся, поки не буду. Якщо що, не путай, в мене дві полоски, в нього одна полоска. Ой, хорошо, запомню. Я убив козулю. Тигра убив! Тигра убив! И зеленый мене врізався! Бля! Так, ребят, короче, вот мы каким-то образом дошли до 12 места. Мы почти в топ-10 заходим. Уже 14 место. Короче, ребята, на самом деле мы уже как часа два играем. Час. У нас уже Нет. Ну, час. У нас уже психика сгорела, просто мой телефон уже в окно улетал 3 раза. Да. Короче, у нас 41к. Мене 15. Мене. Та ну що ти робиш? Я щас це з'їм. Та я тебе не кручу. Мне магнит, кстати, ребят, тебе бесконечно ускорение. Ой. Ты что, сдох? Нет. Тихо, живи, бэ, пожалуйста, прошу. Ой. Ой.
Надо смотреть, прикол. Сейчас я его убью, и он телефон в окно. Он ли чек? Блин, Будя, ребята, если сейчас интернет подойдет, это просто ужас у нас обоих будет. Если у каждого интернет сейчас залагает, просто жопа будет. У меня сейчас то... Еще... Я сейчас не могу бомбить. У него язык заговаривается, капец. У меня истерика. У него психи. Я псих, ой, блин. У меня уже нервные клетки по всей комнате, я так пиу-пиу. Капец. И когда он умирает, мне так спокойно. Мне такой спокойный, когда он умирает. Значит, не сдохнуть, живи, пожалуйста, живи. Там умер большой. Окружаем, быстрее, давай. Мне хана, походу, пацаны. Мне тоже. Топ 10 должен взять. Давай, топ 10. Ты не бачишь, что в топ 10 будет. Ты 12. 73 надо, чтобы... Я бачу, там интернет лагает. Тихо, боязвый, пожалуйста, я прошу. Давай! 100 мы уже ковряд ли возьмем. Ну хотя бы так. Должны хоть что сделать. Давай. Ну, скрины хотя бы то, что я взял, столько, это хотя бы что-то. Да, скрины хотя бы что-то доказывают. Неужели я хуже должен сделать? Я должен сделать еще лучше, давайте, ребят, давай! Мы должны выжить. Твою мать, я больше не ядовитый! Твою мать! Батя, он не сдохну, пожалуйста! Смотрите на его ник, ребята, кстати, он же ник поменял еще, я забыл сказать. Он просто уже один раз того, когда телефон выкидывал в окно, у него там, короче, нервный срыв произошел. Капец. Да, на самом деле, все уже хорошо, ребят. Мы успокоились более-менее. Нет. Фух, ты смотрел про кого? Фух, блядь. Мне не страшно. Нервы были. Она что-то хочет. Она демон. Ладошки потеют. В голове. Тихо, блядь, иду сюда. Ой, зря, я сюда пришел. Ой, зря! Тихо, ой. Ты сдох, если ты сдохнешь, я тебя съем. Блядь, живый, фух. А это, блядь, конечно, меня порадовал. Если ты сдохнешь, я тебя съем. А это, да, блядь, это меня порадовал, конечно. Ты красавчик. Тут гигант, я его трошки перейдем. Блять, ну живите, ребята, живите, живем. Да, 10-е место, все! 10-е место! Все! Одиннадцатое. Твою мать, я не могу держаться там долго. А 9-е! Она зажимает. Будь там живы, пожалуйста. 9-е, 10-е. Иди, тикай, тикай на край карты, на край карты. Да не, о май год! $55,000, $55,000. Супа, я пробуем еще соточку набыть.